анонс и точно дата выхода с 146 по 150 серию турецкого сериала «Доверенные». Новые серии сериала продолжат выходить с 29 марта. Серии будут выходить по одной в день. В новых сериях мы увидим, что когда Яман и Сихир привезли в больницу, то он стал спрашивать, сможет ли она поправиться. Сихир ответила, что все будет хорошо, и как только Юсуф подлечится, то они отправятся на море. Юсуф больше всего этого хотел, и Яман дал слово своему племяннику, что осуществит его желание. Пока Юсуф находится в палате, то Яман и Сихир наблюдают за ним со стороны. Им очень больно и тяжело, но супруги стараются не показывать этого своему племяннику. Яман считает, что они и Сихир должны обо всем рассказать Юсуфу. Сихир не знает, как это сделать, но Яман набрался смелости и решил сам начать разговор с Юсуфом. Неожиданно в палату вошла медсестра и прервала их разговор. Она сообщила о том, что супругов хочет видеть доктор, так как пришли долгожданные результаты анализов. Игбель все не может смириться с тем, что ее шантажирует детектив, ведь если об этом узнает Яман, то от нее и Зухаль ничего не останется, и он их живьем закопает. Но Зухаль узнает о том, что детектив сбежал, и теперь ей необходимо как можно скорее найти аудиозаписи. Когда Сихир и Яман пришли к лечащему врачу, Юсуфа, то она сказала, что по результатам анализов у Юсуфа не обнаружено лейкемии. Сихир обрадовалась и сразу же бросилась в объятия Ямана. Напомним, новые серии сериала продолжат выходить с 29 марта. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий. Тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.